Встреча под названием «Лицом к лицу» состоялась в Центре культуры и молодежной политики. В гостях Татьяна Новичкова и Алла Мосягина, в прошлом активисты комсомола. Они стояли у истоков строительства Десногорска и Смоленской атомной станции. Совсем недавно они стали участниками мероприятия в честь столетия Коммунистического союза молодежи в городе Сарове. Гости поделились с ребятами впечатлениями от поездки и показали интересные кадры. По словам Аллы Мосягиной, опыт в ЛКСМ и сейчас применяется на практике в современных молодежных организациях. Волонтерство сегодня является как бы не дополнением, а уже исходящим из того времени, в котором мы были комсомольцами. Что такое волонтер? Это доброволец, и он добровольно занимается тем делом, которое он несет во благо кого-то, чего-то и, в принципе, страны в целом. Юноши и девушки задавали вопросы о комсомоле. Их интересовало, какими качествами должен обладать человек, состоящий в организации. Также им хотелось узнать, насколько актуален комсомольский лозунг «Имя крепи делами своими» для современных молодежных сообществ. Ребята с большим воодушевлением окунулись в историю. Эта тема очень интересна, так как это наша история. Почему бы это не послушать? И как бы я не пожалела, как могут выразиться, о потраченном времени. Это было с пользой. Много интересного нового о городе, о стройке нашего города, что здесь происходило. Очень атмосферно. Ты сам увидел этих комсомольцев, которые были раньше, которые сейчас вечно молодые, душой именно. Вот, очень интересно было. Самым активным участникам вручили в подарок блокноты с символикой комсомольской организации. Юные десногорцы остались довольны увлекательной беседой. Они поблагодарили Аллу Мосягину и Татьяну Новичкову за дружескую встречу. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.